Ну и продолжим эту тему. Наш корреспондент Алишер Ашимов также побывал в поселке Жебекжолы и лично убедился в том, что спасатели и местные власти проводят все необходимые работы и возводят, а также укрепляют земляной вал. Задействовали КАМАЗы, погрузчики, экскаваторы и бульдозеры. По данным областного ДЧС, на борьбу с паводками прибыла дополнительная сила из Караганды и столицы. Завезли больше 2000 тонн инертного материала, уложили 35 тысяч штук мешкотары. Противопаводковые работы идут круглые сутки, говорят спасатели. Также помогают и местные жители, и волонтеры. Для тех, кто борется с талыми водами, организовали горячее питание, а также снабжают предметами первой необходимости. Сейчас техника вся работает. Спасатели, военнослужащие и жители поселка с раннего утра работают, набивают мешки инертным материалом и возводим вал. Спасибо всем, кто пришел к нам на помощь.